Да, брошенные животные. Все они кем-то брошены. Никому не нужны. Наш приют, городской приют, это островок. Надежда, островок любви. И это говорю я с полной ответственностью и без пафоса, без всякого вранья. На самом деле так, что здесь животные у нас, будем так говорить, находятся в заботе, в ласке. Они понимают, что они инвалиды, но они нужны. Они нужны кому-то. Это малыш. Это малышок. Да, тяжелый у него, конечно, судьба, будем так говорить, но ничего. Жизнь продолжается. Жизнь у всех продолжается. И мы, конечно, стараемся и делаем все для них, для наших дружочков. Все-все делаем, чтобы они никоим образом не страдали. Это основное, это главное.